Здравствуйте. А можно ли избавиться от токсичных отношений? Почему люди не хотят этого делать? Им все вокруг говорят, это плохие отношения. Они вас разрушают. Но тем не менее, пара держится друг за друга. Почему? Да потому что они друг другу нужны. Они друг другу дают энергию. Да, они друг друга разрушают. И это приведет к болезни, к смерти. Но до этого момента они не могут друг без друга. Они являются друг для друга источниками энергии. Более подробно смотрите полное видео на эту тему. Ссылки в описании.